Вы смотрите новости на МТРК, и мы продолжаем наш выпуск. Учителям важно не только идти в ногу со временем, но и заниматься саморазвитием. Поэтому для них в Национальном центре повышения квалификации Орлео открыли коворкинг-центр. Чем там смогут заниматься преподаватели региона, узнаете прямо сейчас. В Национальном центре повышения квалификации Орлео всегда кипит жизнь. Здесь свои знания улучшают преподаватели всего региона. Сейчас проходят курсы больше 200 учителей в 8 группах. Теперь они смогут не только получать знания по своим дисциплинам, но и заниматься саморазвитием в новом коворкинг-центре. Коворкинг-центр как раз-таки предоставляет возможность выполнения вместе или в группах, или индивидуально такой самостоятельной работы. То есть учителя могут найти через предоставленные технические средства любую информацию. Новые компьютеры, книги и планшеты. Здесь есть все, что нужно для работы и отдыха. Для творческого развития преподавателей установили 3D-принтер. В свободное время можно почитать интересную литературу. Книги на стеллажах будут обновлять каждую неделю. А еще больше 100 полезных изданий есть на планшетах. Уникальное электронное издание по внеклассным мероприятиям, детской литературе, журналов, книг по латинице, культуре и искусству, педагогике, религиоведению и многое-многое другое. В преддверии Дня учителя поощрили 4 сотрудников центра, а также 5 сельских преподавателей. Раиса Турлыбаева с детства мечтала стать учителем. Говорит, счастлива, что смогла реализовать себя. Люблю посещать такие мероприятия, потому что они дают вдохновение, продвижение какое-то для дальнейшей работы. Приятно вообще присутствовать, когда тебя приглашают на какие мероприятия. Школьники подготовили для учителей праздничный концерт. Яркие творческие номера стали приятным подарком. Айгерим Муканова, Казбек Арыкпаев, новости МТРК.